начинаю смотреть робота-кота. Он будет с таким скином, потому что это нужно для его робота. Давай начинать. Да, всем привет. Давай начинать, загружай робота. Загружаю, вот. Ну чё, давай, прыжок в бездну. Так, а чё он такой большой, что ли? Мне показалось, что он маленький вообще был. Ну, он достаточно маленький для роботов. Не, ну мне просто показалось, что он маленький. Ну ладно. А кто это вообще такой? Это робот из игры Fortnite. Он сражался с монстром. Так, ну давай, одевай его или как это делается? Я одеваю. Ты типа себе будешь голову... Блин, этот скин так может делать? Он во все стороны может так растягиваться вообще. Ой, я даже не знал, что такой скин так может делать. Он растягивается реально. Чё с ним не так-то? Не знаю, разработчики постарались. Блин, круто же вообще, а я даже не знал о таком. Да, готово. Ой, готово? Ой-ой-ой, что-то ходит он... Да, немного так странно. А что с ним случилось? И что, чтобы... Паскал, давай перезайду и другую анимацию одену, чтобы нормально ходил. А, давай. А вот этот... Нет, ты можешь просто ресетнуться, когда оденешь. Нет, у меня телефон, мой телефон. А, ладно, давай. А этот? Ой, все, он развалил тебя. А обязательно нужен такой скин, да, одевать? Такого человечка, который может разбегаться, да? Да, с обычным скином мне не получилось так сделать. Да, может, я не буду одевать, я не хочу другой скин. Хорошо. Ладно, тебя жду. Так, все, ты вернулся с нормальной анимацией ходьбы, типа... Да. Блин, так прикольно, что он растягиваться может вообще. Ну, может, всякие эксперименты на это поделать. Так, ну все. Так, все, ты его одел? Конфетку съел? Да. О, все, нормальная анимация, вроде бы. Конфетку съел? Да, конфетку съешь, попробуй походить. А вообще, кто это такой? Это робот из Fortnite. О, у него, ну, и руки еще двигаются просто так. Ну, вот так вот он ходит, вроде бы. Попробуй прыгнуть. Прыгнуть попробуй. Во. Он умеет летать вот так вот. А, типа как Терминатор, ну да. И, ну, который я строил. Ну, вот такой вот робот умеет летать, прыгать, бегать. Из Fortnite, да? Да. Но он еще длинный, и вот это круто. Ну, то есть большой именно. Тоже ты этот, свое тело на много я кусочков. Спускайся вниз. О, еще. Вниз спустись. Ставь. Ну, такой робот. Может, посмотрим на внешний вид его, потому что ты тут постарался вроде. Остановись. Да. Остановись. Не топай. Тут какой-то всё. Бутерброд на одной руке. Ну, типа, а нубик бутерброд. На второй этот. Это кто такой? Перец помидор. Чили. А, помидор. Дальше. Ну, тут вот это в декоре тоже все, ноги. Тут какой-то динозавр. Да, динозавр рука. То есть рука, которая съел динозавр. Или рука, которая съела динозавра. Останется загадкой. Тут тоже везде круги, на животе тоже много чего есть. Также тут такая рука какая-то космическая, сзади есть типа джетпак такой, и голова котика. Наверху есть сфера, немножко кругло. Ну, вот такой вот прикольный робот. Так, думаю, я его одеть не смогу, да? Да. Так, а где мне такой скин можно раздобыть? Мне его одевать или не надо? Ну, если хочешь. Это скин Дэнни называется. А, сейчас посмотрю и вернусь. Все, я одел этот скин. Сейчас на меня никто не смотрите. Загрузи заново робота. Робота загрузи. A few moments later. Готово. Ой. 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 Рука отвалилась. А, что со мной? Ну, я одел этого робота, он махает динозавром. Ну вот рука я махаю. Почему? Ну, у меня что-то не так. Сейчас я свой скин верну. Да, рука отвалилась почему-то. Да, я вернул свой скин вроде бы. Не, у меня его одеть не получилось. Все, я вернул свой скин. Он такой робот. У меня был робот. Что-нибудь про него хочешь сказать? Чё? Нет. А, ну ладно. Идем сюда тогда. Могу сказать, что он детализированный. Что он? Детализированный? Очень детализированный. А, ну да, идем сюда. Можем на фоне разрушенного робота. Ну давай, сейчас удалю. Всем пока. Пока-пока, ставьте лайк. Все, всем пока.